почти 800 километров от Москвы до Казани. Трасса М-12 свяжет территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, республик Чувашия и Татарстан. До сих пор эти территории с богатой историей полностью не изучены, хотя точечные раскопки велись с конца XIX века. В ходе проектных работ археологами была полностью обследована территория будущей трассы М-12 и было обнаружено 25 памятников археологии. Во время подготовки территории под строительство археологи провели раскопки на площади более 150 тысяч квадратных метров. В ходе археологических работ были исследованы памятники трех исторических эпох. Эпохи камня, мезолит и неолит, средний каменный век и новый каменный век, эпоха бронзы, 3-2 тысячелетия до нашей эры и средневековье. Вот эти три кластера, они находятся в разных частях трассы. Подзол – это толща песка, которая формировалась постепенно в процессе обитания здесь древних людей. И именно вот этот вот белесый песок содержит находки. В Нижегородской области на месте будущей трассы обнаружено несколько памятников каменного века. Один из них – стоянка Малоакуловская 3. Археологи получили уникальную возможность раскопать поселение полностью. Оно располагалось на небольшом притоке реки Велитьмы, который давно пересох. Но 10 тысяч лет назад этот приток был полноводной рекой. Судя по найденным костям рыб, обеспечивал местных жителей пропитанием. О жилищах каменного века известно совсем немного. Они были примитивными и за долгие тысячелетия почти полностью разрушились. Поэтому особое внимание исследователей привлекла западина прямоугольной формы, устланная гумусом и золой. Здесь мы не найдем фундаментов, каменных кладок. Зачастую невозможно зафиксировать даже столбовых ямок. Однако само по себе наличие геометризованной западины такого размера с четко читающимся дном мы можем предположить пока, что речь идет об обнаружении жилища. И надо сказать, это весьма редкая находка. Наконечник стрелы. Черешков. Вот черешок облома – это перо, метательное оружие. Наиболее интересные с научной точки зрения вещи мы постараемся изучить методами трассологии, то есть выявить следы от использования этих орудий, чтобы более точно определить их функцию. В каменном веке люди зависели от сезонного вылова зверя и рыбы, поэтому не задерживались на одном селище больше, чем на несколько месяцев. Оседлый образ жизни стал нормой только спустя примерно 7 тысяч лет, в эпоху бронзы. Несколько памятников этих времен археологи нашли на востоке Нижегородской области. Поселение Акузово 6. Оно датируется 2-м тысячелетием до нашей эры. И находки говорят о том, что здесь жили уже скотоводы. Например, пряслица служили грузиками на веретене для изготовления пряжи из шерсти животных. На поселении исследовано 13 построек жилищных. То есть это наземные постройки частично, а также встречались постройки, которые углублены в материк, в которых двухскатная крыша и столбовая конструкция стен. В самих постройках найдено несколько очагов. Один очаг использовался для приготовления пищи, второй очаг, скорее всего, имел какое-то религиозное значение. Среди находок на этом поселении – рыболовные грузила, скребки для шкур разного размера и характерные для бронзового века наконечники для стрел с выемкой или листовидной формы. Но больше всего – керамики. Сломанные сосуды археологи называют развалами. Это керамика. Видите, она орнаментирована. Очень часто встречается орнамент, который называется жемчужным. Вот они, жемчужинки, которые относятся к поздняковской культуре. Во Владимирской области, недалеко от города Мурома, обнаружено поселение Катышево-1. Это памятник нашей эры, средневековой культуры домонгольского периода.
Поселение было окружено высоким забором, и археологам даже удалось найти место, где стояли ворота. Исследователи предполагают, что в Катышево-1 жили земледельцы. Что именно выращивали и ели, покажет споропыльцевой анализ и изучение находок из погребов. Ямы для хранения провизии хорошо сохранились. В них также нашли много керамики и изделий из металла. У нас довольно представительная коллекция ножей. Есть надежда сделать металлографическое исследование, которое даст нам понимание о том, какими приемами пользовались кузнецы местные при изготовлении этой продукции. Нам удалось поймать большие усадьбы, большие усадебные дома. Читаются дворы внутри этих усадеб, читаются жилые дома, читаются хозяйственные постройки, которые связаны с этими домами. Были зафиксированы сигналы, которые могут говорить о том, что здесь была где-то церковь. То есть там нами исследовано кладбище. Кладбище, как мы знаем, всегда располагались около церкви. В те времена собственная церковь в поселении была большой редкостью. Здесь жили люди не бедные. Об этом свидетельствуют находки и большие усадьбы. После раскопок на памятниках работа ученых не остановится. Им предстоит изучить находки и датировать их. Задача сложная, потому что на некоторых территориях заселение происходило многократно, и порой бывает трудно определить, к какой эпохе отнести артефакт. Довольно хорошо сохраняется уголь, и сейчас у нас есть возможность даже по очень небольшой навеске угля получить достаточно достоверную, точную дату, календарную фактически дату. В этом году раскопки завершены. К зиме погода не позволит продолжить работу. Несколько исторических памятников будут исследованы уже в следующем археологическом сезоне, летом 2022 года. И после детального изучения все находки будут переданы в музеи.